А съемка теперь? Ну, видите, я все думаю, сниму парочку. И все, но они такие красивые. Белые. Находка первого раза, чтобы так срослись, такие были красивые. А вот этот белый вообще. Все, забирай себе. Чудо. А эти-то как издали блестят. Выбери себе. Какая красота. Ну, такая еще красота. Да. В общем, шагом нужно. Такие. Сбудить. Вот такие вот. Такие. Вот плохо. Еще. Да хороший, причем. Да. Грипп-то. Ага. Нет, вот сейчас мы его что тоже снимем. Грипп-то? Выкрутила? Ты смотри. А вон, по-моему, что-то еще сидит, нет? А вон белый. Сыроежка. На одном месте мы нашли уже не меньше 7 белых. И один, где он? Здесь мы забрали. А это сыроежка, наверное, да? Да, да. Вот сейчас. Свои. Да, я его сниму. Да, с пивом не надо. Ой, какой. Вот это да. Красота какая. Он и рос он вот так, прям в землю шляпкой. Ух ты. Все, уже собрались уходить. И вот сидит белый. Ой, какой белый. Хороший. Ножку закрыли. И вот еще сидит. Ух ты. Какие белые. И сколько их. Ножки хорошие. Ножку прячем. Просто экстремальная сбор грибов. Столько народу прошло, и мы все ходим и собираем. Ну все, мы уже идем к краю леса и на отъезд домой. А! Я тут! Иду! Вот такие белые. Вот прям. Ой, вот такие белые. Находка, вот это гриб. Вот это красота. Да уж. Ну что, будешь его срывать? Сейчас я его срываю. Красота. Вот это гриб. Ага, ну ты срывай. Так. Я вроде вот думала, резать? Я их обычно выкручиваю. А потом мне... Ой, какая нога! А потом подрезаем и в грибницу опять. Да. Туда. Ну, это огромный. Да, немного червивая нога, но, думаю, шляпа будет хорошая. Ладно, мы это отрежем. Ой, комары. Но шляпа хорошая. Ой. Ну, видно. Вот такой белый, вот такой красавец. Сейчас мы его... Ой, какой! Какой чудесный! Чистенький. Он какой! Просто... Говорила, что уже грибов нету. И вот он. Ай, вот он. Там такой красавец сидит. Такая красота. Вот такие белые. Вот прям. Ой, вот такие белые. Ой-ой-ой. Сколько белых-то. Боже. Как у вас с грибами? Вот еще находка. Так.
такой белый. Ой, нога у него уже. А вот маленькие беленькие сидят. Раз, два. Ну, нога у него вся сгнила. Мы ее разрежем и посадим в грибницу. Вот я ее обрезала. И вот. Раз. Ты не знаешь, что? А вот еще белый. Маленький совсем. Грибницу прикрыла. Досматриваю, и вот сидит. Ой, какой! Ой, какое чудо! Вот это гриб. Вот это я понимаю. И вот у меня уже так вот грибочков. Сейчас уже, наверное, часов 8 вечера. Мы поехали поздно. Но мы, я уже говорила, поехали за грибами, ой, в магазин, и навстречу нам двое из нашего поселка и две корзины, полные грибов. И сверху лежат одни белые. Ну, конечно же, мы развернулись. В магазин следующий день съездим. Мы поехали за грибами. Ну и вот итог. Такой вот очень хороший. Нет, это еще не итог, мы еще не все дошли. Вот, прям под ногами сидит. Ой, какой. Ой, какой. Вот это да. Красота. Ну, надо же. Хорошо, я на него не наступила. Супер грибы. Ночью был дождь. Грибы. Вот они идут. Появляются, растут молоденькие. Очень неплохо. Так, пока больше здесь не вижу ничего. Ну, правильно, не на каждом же шагу будут грибы сидеть. А вон какой-то еще дальше лес идет. Вон травы очень зарос. Так. Ну, ладно. Сейчас еще посмотрим. Но оказывается, нет. Вот еще белый сидит. Где-то я еще видела. Был совсем маленький. Ага, вот он, вот он. Ну, вот такой вот белый гриб. Прикрываем грибницу. Грибов очень много. В основном белые. Вот такой белый. Вот такой красавец. Сейчас мы его... О, ой, какой! Какой чудесный! Чистенький-чистенький. Он какой просто средний. Вот еще. Да. Вот такой белый. Ух ты, да большой. Да. И вот